У нас есть чек, надо пойти взять, на 2000 чем-то. А, кажется, пойдем всегда. Два как? На 5%. Да? 5% будет нормально. Все. Так что, где наши медали, где наши награды? Финал позади. Кубок где? Кубок просто. Ждем. Мне нравится вот этот костер. Не сажу, не сажу. Все прям уже можно наливать, да? Отказаться, это просто... Давай. Давайте, знаете, как делаем? Давайте. Посмотри! Надо больше углей. Так. Слушайте, расскажите, кто такие стаканчики сделал? Кто кого? Ну, знаешь, из перца я пил. Я знаю, из лампочки, да, да, тут фото из лампочки. Вот видите, из перца пил. Я буду банальным, я жёлтый пью. А ты видел в интернете? Вы знаете, в Грузии какие пластиковые стаканчики? Я теперь, наверное, буду сидеть на помидоры. А я туда даже. Мы с ним в Грузии пластиковые стаканчики. С карачками? А с носителями? У меня друзья маленькие. У меня друзья грузины. И этот самый. На день рождения приехал в Грузию, на день рождения. Моего друга, короче, отчима. Взрослый мужик, 65 лет. Наливайте, типа, наливаем. Они же первый тост пьем за гостей, а второй тост, типа, бьем за назначаю самогу. Вот. Алик тамада, я говорю, нет. Давай пьем за тамаду. Ну ладно, все, я встаю, говорю, типа, третий тост уже как тамада. За родителей. За родителей, в рог наливайте ему. Ну и там такой 150-граммовый рог. Я говорю, да ты что, прикалываешься? А что наливать? А нет, нет, пришел. А что было, чача? Не, водку. Водку? Да. Я это самое, а у меня друг рядом, ну, сын рядом сидит. Он, значит, на разлив. Сын? Я говорю, ну, за родителей, типа, руку поднимаю и выпиваю. Этот говорит такой, я выпиваю, он такой, ты сюда быстро. И наливает вторую руку. На второй. Я говорю, куда второй? Дай закусить. Второй, блин, родителей же двое. И я, наверное, двое. Друг подкалываю. Подколол, блядь. Я второй. Эти все за стол. Ага, жадные до водки. Так что, я пойду сетку попробую. Терапрамина? А его уже такой не было. Он уже закончился. 17-15. Очень вкусно. Что за мало, потом передумал? И здесь без кухни обойтись, да? Ну как можно без кухни на природе? Алик, вы были полцы? Но по полке ферма, да? Короче, в понедельник я вас жду. Нам выходной. Легко играли за мало. Саша, у тебя выходной понедельник, Серега тоже. Крутишь?
Ну что, что-то серьезное. Серьезно, это гимн. У нас люди есть, которые сама играют, пусть работают. Или выходной 8 баллов во вторник не было. Без понедельника. Мы, говорит, с женой собрались на отдых, посчитали деньги и поняли, что мы еще не устали. Какие Мальдивы, Саня? Я поснимаю. Покажи, Женя, надпись свою сзади. Ну, вот это игрок, вот это серьезный парень. Это единственный, да. Я и то в перебежчики пошел. В желтой майке. Мау. Ребята, берите бокалы. Саня, это сетка? Я сразу увидел, сразу понял, что ее зовут Ирина. Да? Я думал, это сетка. Её я натягиваю. Ну, давайте тост. Ребят, давайте тост за нас всех. Давайте. За тех, кто прибыл. За тех, кто зашел приехать. Уделить внимание нам. Как звучат наши стихи? Давай, Женя, мы с тобой вдвоем с Хаяда сегодня. Засуетился, паучок. Вот так вот, вот это надо. Да. Ой, как подсветать. Так, освещенный прием, ну ладно, происходит все. А где Коля? У Андрея есть и Коля, будет по 5 человек в команде, нормально. Коля, иди поиграй. Он еще четверо помогал. Иди на лишний площадь. Уважаемый, я не умею. Они проигрывают. Заходи, молодец. Хорошо. Ничего себе. Почти в девятку. Ну все, давай. Ребята, давайте. Молодец. Круто. Ой, ай, блин. Да, нет, все равно нормально. Что там со счетом? 4-4. 4-4. Поровну, поровну. 4-4, да. Он же перекинул. Ура. Переходим. Блин, это самое жесткое. Было подло. Поехали. Подло? Хорошо. Саша, молодец, супер. Блин, есть, Боря. 6-4. За поле. Я взялся.
Когда нам торжественно будет? Так сразу все тебе пересчитать. Что так по тарелкам? Я знаю, когда. Когда торжественно выпьем за Аню, у нее кубок. Кстати, а что насчет кубка? А где кубок? Когда будем вручать? После того, как еще сыграть. Я предлагаю чисто по-мужски, я предлагаю изначально споить Аню, а потом договориться, кто выиграл. Победа у нас в кармане. Анечка, где вино? А какое вино вы предпочитаете? Мы будем вино. Ну, можно и будет. Боря, давай. Я сейчас позвоню своему грузинскому. Аня, я сейчас позвоню своему грузинскому другу. Он привезет такого. Так что? Меня налей, да? Это серьезная заявка на победу. Сначала я буду вино. А потом минералку. Папа, налей мне сок. Ой, как дочек, это? Ты не лопнешь, а ты налей, отойди. Так что, налей, да? Давай уже чуть-чуть получше. Уже пора? Кого снимать? Я уже стесняюсь. Не знаю, что делать. Что все свои? Мало ли, что вы думаете, раздвинем. Мало ли, что тут раздвинем. У кого что на уме? То и на языке. А что ты бухаешь? Нормально. А не выпейте нам по рюмашечке. Так ты что ты жарился? Вон, давай, покажи. Уже и пиво хорошо. Ну, контрасончик не выливайте. Не будем. Руки у меня чистые. Алкогольный алкоголь. Самую цену водочку забивайте. Контрасончик. Все компромат. Это не огонь, это жир. Который капает. А так вот это самое реальное в телефоне. Возле мяса уже. Тепло. Мужчина может заморозить. Так, ну что это, наливают? Человек сразу все сало пожарит, он это ест. Алик, отойди от нас. Алик, наливай. Ты крупнее. Нет. Тебе на диету пора. У вас водки не хватит. У меня рука легкая такая, что сейчас будем Колю гонять. Мама не горю. А руку менять нельзя. Коней на переправе, не меняем. А как только буду фотографии? А мы можем на диск записать, например. О, мне запиши. Вот, отлично. Все белые. Да. Какие попадутся. Нет, ну, кстати, стабильно. Бывало. Она попросилась там просто ехать, выехать. Ну что, будем это надо понять? Не надо. Она пропитана уже так, все. Я уже перешел. Что будет дороже? Берите ваш бокал. На нас забили сегодня. Смогли приехать. Да, мы тоже не смогли, не захотели. Потому что половина не захотели, думали, что здесь услышали футбол, будет скучно. Я тоже вам скажу, что немножко сомневался, как у нас все получится. На самом деле получилось очень классно. Точнее, получается. Получилось супер, да. Мне очень нравится, как мы футбол играем, волейбол. Теннис. Да, теннис. Большой, маленький. За всех вас. Будьте счастливы. Аминь. Дом 2. Продолжение следует. Так, все. Шашлычник куда едет? Сама не понял. А не, сейчас доделаю, спасибо. Кила, да я краженеца. Да я пиво и курму в страйку. Да він через мене там в болото. Ужас.
начать. Не, главное, что, знаешь, начал тихо, как будто крыша рыкает. В итоге все. Еще он и снял. Давай на это. Что, пацаны говорят? Ключевое слово, Валя, они спорят, как на самом деле. Так а что, нас уже съели? Прошу заметить, сука, на связке. Грибы есть. А где колбаски? А где колбаски здесь сидят? Я говорю, стараюсь. Жарится. Не, ну как бы, чтобы не сильно спешить, да? Да они погорят. Не сильно спешить. Ребята, лук погорит все равно, бессмысленно. Картошку уже надел. Своя уже тусовка. Я бы сказал, вот, заебись. Олег! Олег! Паша, на 5 дней кусочка. Мы скоро, пацаны, мы скоро. Давай. Мы скоро будем. Давай. Там нужно с ними играть. Их надо напоить сначала, ты что, с ними играть бесполезно. Напоить 5 класс. Ну и что? А эксплуатировать малолеток можно, блин, подсевку? Ну, так, ну кто говорит? Ну что? Кому-то больше не наливай. Сколько будем сидеть? Олег, давайте. Всем налили? Да, да. Я скажу туда. Давай. Ну что, ребята, приятно познакомиться. Не всех знаем в лицо, но как бы наслышаны. Я хочу выпить за наших прекрасных женщин здесь за столом. Их мало, но они настолько яркие, что затмят, наверное, очень многие женщины. Молодцы. Да. Они все накрывали. Спасибо. Спасибо, приятно. Да, девочки. Если что, извините, что вы это все накрывали. Все нормально. Вы знаете, женская доля. Спасибо вам за все. Не только мне, все там. Без вас было бы холодно. За своего напарника. Бедный, работайте, мой работать сегодня. Донести вечером. Нет, ну я повторяю. У нас подъемный ротат, в принципе, сейчас еще. Не надо. Что ты говоришь, уважаемый? Это скупая, скупая мужская слеза. А напарник? А кто напарник? Где напарник? Женя, иди выпей 100 грамм. А мы это просим, Костю, уговариваем. Анютка. И потому что ты не поверишь, что ты была на картах. Дурочек, иди. Лимон вот есть. Анют. Скажи, что ты... Вот, лимон есть, я его не резала специально, потому что там... Ну, как бы, я один полезу, ну, хорошо. Давай. Я постоянно набираю доп. Потому что... Это фотка? Все хватает. Это видео. Вот мой бокал, да. Вот так. Вот так. Вопросы есть? Я тоже хаят. Андрюша, покируй тут, блин, шашлыки жарятся неправильно. Как неправильно? Все правильно. Все красиво, все хорошо. Пацаны, не ушел. Ух ты, класс. Я думаю, что тебе надо просто там показать, объявить и сказать, что это надо, ваша честь надо, будет в гости стоять. В следующий раз. Не, я тебе говорю, мы с Андрюхой на проекте обидимся, если ребятам из МАУ вручат кубок. Рядом. Согласны? Маша, мы не были? Нет, кубок наш. Тут гадалки не ходи, конечно. Каждый гадал. Кубок это наш, наш. Можно футболки заказать? Футболки мы уже договорились. Чего еще повторять? Мы же уже договорились, что мы поставим наши футболки, все там повесим, все четыре футболки. Нет, я говорю, под футболки... Саша, ну давай, а то ты подвинь. Под футболки заказать специальные рамочки. Сейчас просто сказать, что мы вот такие вот, поднять тост, там, показать им этот кубок. Я буду пить с кубка. Пей с кубка. А тут есть какие-то наши крылья? Да. Ух ты, классно. Да, ты ну мы его заслужили. Мы молодцы. А где он будет храниться? Где он будет храниться? В офисе. Где его можно украсть? Где его можно украсть? А где? Давайте у вас в подсобке. Не, у нас там очень опасно. Пропадают вещи. А где там? Вон. Я думаю, что его надо вручить, знаешь, кому? Боре. Давайте Боре, да. Боря еще не вернулся. Вот он здесь. Боря. Мы тут всем коллективом решили. Не дать тебе пизды.
А ну давай. Всем костюм решили. Я даже знаю, кто отхватит. В общем, мы так решили, так как я тоже играл за Мау. Этот кубок отдать тебе. Да, ты лучший игрок у нас. Налейте ему туда, налейте ему туда. Туда, налей, налей. Туда, туда. Ну все, Боря, давай, собирай, будет стоять. Где же материал? Боря, положишь потом кубок в кулек и завезешь в офис. Анечка, вы с нами? Ребят, наливайте. Конечно, с вами. И это правильно, кстати. Опа. Я не знаю, как вы, девчонки, работаете в таком случае? В цветнике в таком. Александр, правильно я сказал? Как они работают в таком цветнике? Нормально. Другой бы спорил, а я не заметил. Закусочка. Когда заканчивается водка, слышите, вот скажите, вот Александр такое чувствует. Нажрется шашлыков, думаешь, мне уже все не хочется. А утром просыпаешься, думаешь, бля, сейчас бы шашлыка, который вчера был. Сука, не доел вчера. Скажи. Ну что это за пара? Этот бы сказал бы, этот бы сказал бы. Понимаешь, я бы нет тебе сказал. А деньги, которые сказал и уехал. Что, лаваш был как песня? Нет, вот он поет, Очень смешно.